У нас на территории больничного городка стали появляться объявления от каких-то жителей города или спонсоров по поводу того, что сдаются в аренду кислородные концентраторы для тяжелых больных, которые нуждаются в кислороде. Я просто хочу сказать, что на самом деле это уже лишняя и не очень хорошая услуга, потому что на самом деле кислородные концентраторы есть в лечебных учреждениях города. Они есть у нас в территориальном медицинском объединении, также эти концентраторы есть в центре первичной медико-санитарной помощи. Всем пациентам, которые нуждаются в кислородной поддержке и могут находиться дома, по назначению врача нуждаются в этой поддержке, мы можем кислородные концентраторы выдавать на дом. Для этого, причем бесплатно, для этого необходимо лишь, чтобы было назначение врача о том, что человек нуждается в такой поддержке, и необходимо заключить договор с бухгалтерией нашего территориального медицинского объединения по поводу того, что эти концентраторы будут находиться на ответ хранения у лиц, которые их берут. Мы подписываем эти договора на 2 недели. Человек пользуется, еще раз подчеркиваю, безвозмездно. Через 2 недели, если не нуждается уже в этой поддержке, возвращает концентратор в территориальное медицинское объединение. Если необходимо продлить эту поддержку, мы тогда продлеваем договор. Еще раз подчеркиваю, делается это все для лиц, которые нуждаются в таком лечении, и бесплатно. Не нужно тратить деньги на то, чтобы брать вот эти концентраторы у частных лиц и платить за это финансы.